Ко мне отнеслись, наверное, честно сказать, так сказать, как к приоритетному пациенту, но у меня тоже есть и глаза, и уши. То есть я увидел эту ситуацию, этот приемный покой этих алкоголиков и бомжей, которые пытаются проникнуть вовнутрь. Поэтому в том числе и в тот момент было принято решение о выделении городских средств на финансирование охраны больниц.